Привет. 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 Ну, следующий давай. С задержкой. Не надо ничего агрить сейчас, я просто ловушки заебашу, и мы не будем бить этот лишний трэш, я не хочу этого лишнего геморроя. Ага, отлично. Как ты сказал, для него? Да, эта девочка сидит здесь. Второго новичка. Так Винивал школьник, ну школьница. Так я же говорю, эта девочка обиженная сидит. А это ты криминал? Ну. Алвар, да? А, ну давай. Чего вы кикнули? Ну, писал всякую фигню в молчате. Я его кикнул с гильдии. Вот и все. А какую, например? Ну, могу написать, допустим, вот это читай. По 20 раз в чате. Типа такого. Ну, мне кажется, ну. Понятно. Так, срезники там Дессера, он там что-то умер, не знаю, наверное, под клип залез. Ладно, что-то умер. Давайте по бафам еще раз на, ну, по-русски забыл, короче, наглашай или как там, не помню, я с Украины, сорян, не знаю это слово. Садви бафает кулаки, этот, веселочка бафает каски, Поклонский бафает прота и Юпи бафает манурек. Поклонский, ты че, ты в танке, а веселочка спекайся обратно в ретрик. Так, вары, смотрите, у вас 4 штуки. Я хочу, чтобы за 20 секунд боя, даже не за 20, а за 15 секунд боя на боссе уже было настакано 5 пробиваний брони. Нету пробиваний брони в течение 15 секунд, что даст прирост рейду 3% ДПС. Все вары получают 100 ГП, это не обсуждается. Вам что-то не нравится, можете ливать. 8 рейдов ждут, пока я им кину пать. Я говорю, 15 секунд на стаке, 5, ну, чем быстрее вы настакаете, тем больше будет прирост ДПС 100 миллик. Пары! Поняли, да? Если у вас там попрокал мощный удар, то ладно, так уж и быть. Давайте так. Так, 30 секунд, и на боссе должны висеть 5 стаков, потому что там может прокнуть 10 мощный удар. Но это чек. Кто? Дайте шкаф. И чё он погремает? Станова. Потом забыл. Юпик где? Я быстро сейчас. Да, секунду. У коня поменяйте самолет какой-нибудь пикни. Моньте там этого пацана. Я Аркаши слышно? Нет? А, да, слышно. Идите на сумом, я же сумой. Он АФК, наверное. Не, он уже тут. Он там зелья какие-то покупал, думает, что даст ДПС. Я поставлю добычу, да? Такой, опа, ча. Давайте все по бафам еще раз чек. Будем стоять все дружно в квадрате. Вот квадрат. Шинори, что тебе не хватает? Не туда. Да, напиши, что тебе не хватает конкретно, а не бафы. Что тебе конкретно не хватает? Каску, веселочка. Где каска на нокдаун? Магу, шинори, дайте. Все, все, дай. Еще раз чек.
Все готовы на счет один. А не-не-не, ждите. Камень простаиваю. Я маг, что сказал, давайте чек. А что, каменный сильнее, чем огненный? Вместо огненного. Все, все готовы, давайте один начнем. 3, 2, 1, погнали. На Моровинда, напуливай. Идем. Что поймелить? Эти шипы? Разбежались. Что тут по рейду сейчас будет происходить, что посмотрю. Смотрим, милики бьют шипы, РДД бьют босса, которые милики больше одеты. Эти босса. Филипец, сдавай гимн на ХП. Филипец, сдавай гимн на ХП, и милики бейте босса. Давайте, Филипец, считай гимн на ХП, и все милики бьют босса. Забейте на шипы, забейте на лужу. Теперь гимн на ХП поет Клота. Клота по гимн на ХП, все милики бьют босса. Бейте шипы теперь. Шипы залили, смотрим сейчас фреймы, гимн на ХП споет. Никто не споет, бейте просто босса, стали во фрейм. Залили шипы, шипы залили, с ромбика шип сбить. Шипы сбить, там сзади шип есть походу, да? Я иду его собью. Бейте босса, я собью это. Череп. Ничего себе, как левый. Добивайте, добивайте босса, добивайте. Пофиг, забейте шипы. Отлично, добивайте шипы. Все, что тут упало, хрень упала. Надо кому-то эта хрень, роль. Иногда он спекается сразу в БДК. Это не как... Кому не надо, да? Давайте я заберу себя на продажу, да? Это надо кому-то? Или друли вам надо эти наручи? Я не знаю, на кого они идут. Надо кому-то танки, наручи? Темный расплат. На оп, хорошо. Кто-то ролит на мейнспек? Никто не ролит. На наручи тебе. На эти 38 ГП. Просто так, на распыл плечо. Ладно, не надо кому-то. Так, суслятинка, на. Потом салат не надо, чтобы он делал, да, ему. Но это плечо все равно парашен. Ничего не апает, ничего не дает. Смотрите, убили до второго выхода, вот так вот надо бить. Оставалось еще 10 секунд, прикольно. Так, тут будет 5 хилов, 2 аршама, холипал, ДЦ и эрдру. Даже не знаю, нафиг тут эрдру, когда есть ДЦ, да? Так что фога, спекайся в сову, будем быстрее заливать. Или не, оставайся, оставайся в друиде лучше. Так, на всякий. Пожарный. Давайте, бейте этого вестника, смерть. Заметьте, мы убили до второго выхря с одним лежащим человеком. Это over the best, пацаны. Это по-любому. Видите, тут никто не агрит, пока я не дам команду. Будем бить трэш, когда я скажу, не будем сразу его бить. Смотрите, Поклонский, ты будешь танчить справа,
Моровинт, иногда он будет танчить слева. Вторая пати бьет трэш справа. Вторая пати, заметьте, вторая пати, кто находится в второй пати, бьете трэш справа. Все РДД бьете трэш слева. То есть справа не переключаетесь, потому что, как показывает практика, почему-то трэш справа слабее заливается. Поэтому все милики бьют справа, все РДД бьют слева, включая меня. Давайте чек. Что тут у нас? Так, Хазарак, ты готов? А, да, Лалана, ты заливаешь ману Бутерболу, и Void Beast, ты заливаешь ману Хазараку. Когда заливать ману и что, как делать, я все скажу. Подождите, настрою одну фигню. О, кому заливает, послушал? Лана, Бутерболу, всегда Бутерболу заливаешь ману. По команде. Я сказал, Лалана, залей ману, то сразу Бутерболу залил ману. Чтобы я не повторивался там миллион раз. Все, все готовы, давайте, погнали бить босса. Скажу, когда бить трэш, все вливаются пока в босса. Тупо разряжайтесь. А фокус прошу, кому надо. Смотрим, трэш собираем. Скажу, когда бить трэш. Давайте, три, давайте пошли по трэшу. По трэшу, по трэшу, трэш собрали. Трэш собрали там. Фанатик Кульда на Элисанде. Почему он на Элисанде, никто не знает. Добивайте трэш. Бейте леди. Нокдауну, просто дайте контроль, танки не убьют, райт. Бейте леди. Бейте леди, бейте. Хорошо. Я скажу, когда бить трэш, не парьтесь. Скажу, когда стопнуть, тоже не парьтесь. Пока бейте леди. Пока не надо вешать дотс, смотрим, танки собирает. Давайте все по трэшу. По трэшу, по трэшу. Танки собрали, давайте по трэшу. Справа добили трэш. Отлично, давайте по леди. Разрядились по-резкому. Помогайте проклятие дисплей. Проньте. Только нокдаун, там хил. Хилит леди, да? Смотрим, трэш появится через 8 секунд. Не знаю, успеем, нет. Стопните, стопните по леди. Или нет, бейте, 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 бейте. Вы успели, было, но... Давайте, смотрите, что сделаем. Филиппец, сдавай гимн на хп и бейте все трэш справа. У меня справа, КД, трэш, бейте. КД. Филиппец, вот понял. Тут давай, уже, давай, Альтерия, Альтерия, гимн на ману, пой. Ой, на ману, на хп, и все в трэш. Нокдауну дайте контроль, только нокдауну контроль, отлично, залили трэш, приверженца культа Альтея умерла, Фога Альтей Бэр. Фога Бэр Альтей вставал, сразу щиточек ей, и Альтея сразу поешь гимн на ману, поднимаешь себе ман, поднимаешь хилам ману. Полы вары, да, смотрим, что тут у нас есть, трэшак, отлично. Бейте леди, давайте трэш вышел слева, и духи в центре комнаты идут к мили-зоне. Хлопнулись духи, хорошо, что есть ДС. Бейте фанатика культа, фанатик культа идет на Хазарака. Отлично, забрали, и там заливаем трэш. Void Beast, дайте контроль по Void Beast, только по Void Beast дайте контроль. Демон вас не убьет, там бьет по 20к, это захиливается, плюс ДС в рейде. Отлично, забиваем леди, смотрим, блин, а что ты не набрал агро, а вон нокдаун с агро, отлично, бьем леди, и центр. Давайте все по духам, ой, по духам, по трэшу, разрядились по трэшу, леди не бить. Альтея контакт. Контроль и Лалане, дайте Лалане контроль, чтобы не дала звездопад, или не дал, походу не дал. Кьюзара не убейте, ну вы что делаете, пацаны, ну что это такое, Войд, подымай Кьюзара. Дай щиточек ему сразу, и Клота поешь гимн на хп. Забагрился рез, я лежу с одним хп, не могу встать. Идем без демона, не страшно. Сейчас будет трэш. Он
Трэш, трэш, бьем трэш. По трэшу. Разрядочка, контроль по Фоге и по Шиноре. Или убили. Ну красавцы, бьете массой по крутому. Шинори убили. Ладно, бейте лень. Добивайте. Давайте сейчас выйдет трэш. Забьем на этот трэш, смотрим духи, просто бейте лень. Быстренько ее загонем. Не бить, танки его собирают, и все. Бейте просто лень. Нити законтроленных, нам больше ничего не надо. Добивайте лень, трэш пропадет. Идти там что-то делать, все равно фигня упала. Кольцо Holy Priest. Эрдру надо? Не, у меня есть такое. Никому не надо. Найти варенька кольцо. Ботинки на шар. Надо кому-то ботинки на шар. Никому не надо. Ванек, тебе ботинки. Лук просто так. Для транса. Надо кому-то лук. Никому не надо, давайте домой. Отдадим ханту для транса. Где этот хант? Первая пара. Все, погнали на корабль. Подымите Шинори, или что он там отошел на 3 минуты, но потом отстанет. Могу протянуться у вас там еще бой. Я тоже. Все. Конечно, не понимаю. Смотри. Это квест. Ну и... не знаю, не знаю. Может сделаем, может нет. Танка ваншот. Заметим, Моровинда это танк. Храбрые воины, солдат Альянса тут очень много. Капитан Салфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Прихода молота по местам. Пьем трэш, тут зачем тут рыбал? Кого нету коня в рейде? Какого коня? Меча. Есть. У вас есть уникальная возможность получить коня, кинуть мне в трейд 10 каглбы. Ну это уже как хотите. Бой. Завтра за 5 могу продать. Конкуренция. Все равно здесь из-за раза. Убили. Все, погнали. Погнали на корабль. В пушке кто хочет, 4 человека. Ну и кто там умеет сидеть, сидела. Поднимаемся на корабль, сейчас подождем пацана. Прибежит и мы запустим. А в каш схему можно? Так, все, я запустил. Взяли ранца. Могу попкашить за хила? Кто тут? Ник. Хазарак. Да. Оркрон, взлетаем.
видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Переведете за одного мага, дам 500 лепа. Сейчас вы ответите перед солдатом. Мы уже не переведете за одного мага. Так что можно расслабиться. Не могу. Это аж на нашем гейте. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть ружейники. Огонь. Летать и убивать тимаг. Пайки его просто. Прилетайте, пушки добьют. Ошейники, огонь! Ошейники, огонь! Альянс, поверь! Кстати, Ваня, не треспекнемся тут в ШП, а Фога в сову. Бьете в два шама полипа. Короче, скинул, можете лут, ничего не надо. Ты че, умер? Да, не этой хуйней, пушкой. Там тот вагон, если там может кинуться 50 урона, может 37к. Кому там, блядь? Короче, даже не знаю, просто так. Понеслась. Естественно, бар себе заберет. Это фулбаф, так пожалуйста. Короче, Хантовский. Хантовый дадим, да? Вот Хантов. Ставьте рыбу, если есть. Так, у нас одинокнутый человек, это плохо. Я в центре поставлю. Где-то тема. Геру дадите по команде. Значит, Ваня в ДД, Фога в ДД. Назвали его Дранош. На орочем это значит сердце. Тут варит. Мне насрать, какие у вас сроки. За 15 секунд должен быть на стакан фул раскол. Под защитой старейшин. Я пообещал его мать. Тебе сосед РДшником был бы, ты будешь вешать раскол, например. У тебя там ДМГ немного. Выжил, мой сын остался бы цел и чист. Шкаф, шкаф, Элисандр в степях, шкаф. Рисе, рисе. Тут же ничего не сделаешь. Бой идет. Мы бы суманули ее. Суманули бы. Противен с тобой. Поягри.
сумануть успели бы сумануть. Я же говорю, тоже сумануть успели. Трэш, все шипы, ШП, демон, там трэш, играй. Я всегда, да. Может и не играть. Только Дессер, только играй в трэш, я тоже буду играть в трэш. Все равно бар не дамаж. Давайте бейки трэш. Давайте босс. Опять трэш, будем бить трэш. Это все трэш, ретрики за станки, если может. Кружочек агр на себя, агр кружочек. Кто-то Моровинт сдашь через 5 секунд войск. Давай войско, Моровинт. Бейте трэш. Трэш бьем. Все, давайте боссом. РДПС или Сандой был бы 320. Но она что-то вылетела, я не понял, что это было. Давайте шкаф сумонить. Окей. Колок упал. Прям на ручку. Тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва... Сколько идут в рейде? На нокдаун, наверное. Подтик они, блин. Смотрели бы. Будьте завоеватель. Ты кому-то завоевать. Геровский. Чё так долго трэш били? Есть по трэшу у кого дамаг? Да, трэш реально заливали долго. Я два пальца раскидывал, говорили, щиты. Чехол скана. Так, тут защитник. Обычный. Да кому-то обычный защитник. Давайте я дам бутербол. Обычный покоритель возьму себе. Думаю, никто не будет против. Пойду на пару минут. А, Вальку сагри. Давайте бейте, это больно стыд. Трэш урога 147 тысяч, ничего себе. Дессер по трэшу 114, ничего себе. Взрыватели трэш. А спрашивал, кто на осколке, мне сказали, что на даун. Я вообще не помню, что веселочка была в очереди. Мы пойдем на профа. Бить профа. Классные ребята, которые убивают профа. Че, прямо тупо? Идем Вальку еще убьем, потом будем бить профа.
Тебя не краш. Потому что у меня багнулся макрос. На трикс никто там не был, на танка кидал. Первому макросу, второй макрос что-то багнулся, пропал с панели. Сорян, кто там просил триксы? Англи вроде. Что триксы дают? Увеличивает ДПС. Ну кто-то там просил триксы. Увеличивает ДПС на 15% во время действия. На 4 секунды. Слять на 100%. Испарить эту фигню. А ё, два раза, да. Этого ДК стяните, давай второй ДК тоже стяните. Будем бить первую. Ну, не знаю. Гоните ДПС за первый квартал, сейчас посмотрим, кто там что может. Где-то сожеватели и сагрим вонюшку. Какой первый квартал? Квартал? По трэшу? Так я не умею. Левая ловушка активирована? Нет. Сейчас бегаем. Иди сюда. Погнали, нелово. Косните фогу. Дайте ему сразу фулба. Фога, ты тут в сову спекнись. Фога, иди пока в сове. Так, в сове. Так, на РНЖ Филипец, Альдея, Клота, это 3, Хант это 4, Лизни Тотем это 5, Валана это 6, Поклонская это 7,
Фога это 8 и Кьюзар это 9. Так. Ваня, ты тут? Да, готов. Отлично. Все, погнали. Ты наряжаешься, чувак. И каску по фоге. Что, а ты ДЦ? А, я понял, все, стой под босса. Я сказал, что он оранжевый. Сейчас газ будет, захитрик Кьюзар. Ого, сместить немного, ну блин. Видишь, что лужа разливается. Беги в сторону. Большого. Ладно, сейчас забьешь Мелизон. Большой в зоне этой мили, Моровин, заберешь его на себя и все. Баба веселочка. Беги, малышка, беги! Бери на себя, Моровин. Захильте его только. И все. Земля боль. А, где его? Жесть. Стойте ближе, там прям вообще жесть. Я не доставал где-то до половины людей, которые там где-то плевали, еще что-то. И в луже там стояли. На мне мелкий был, я постоянно от луж его находил. Будьте печать. На оф можно? Да. Так, две танка хрень для плеч. Что кому-то это? А можно отменить кольцо? У меня оно есть, оказывается. Можно. Да, давайте я верну. Ну, как бы не надо. Но ты тут или ты с концами ушел? И вот эти вот латы всякие никому не нужны, кидай дизарморион, вообще не одетый. Мне ГП отменят? А, да, еще отменят. Дайте чисто баф, пожалуйста.
Ты тут? Не тут. Ладно, фокус 5 не пока в хила. Может, Ваня зайдет. Вот вам квадрат. И крест. Свет пропал, 5-7 минут не будет. Поменяйте. Ой, меняйте. Если 5-7 минут не будет, зайдет. Заменяйте, блядь, РК прочитайте. Прочитал. Давай, ты че? Друида маны нет. Валана, залей Погемон. Все, все готовы, погнали. На пум на это морально. Зона падает. Лошар. Что-то пишут. Что видишь? Что, кстати, нас затыкал? Закончилось, прибежал, потому что он. Да, я залагал, что-то вообще жестко. Еще раз. Вот еще раз. Дим на хп, перебирается. Хлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Party Boys. Просто так пояс, надо. Просто так пояс. Это за пояс.
Никому не надо пояс? Дадим Филипцу. У меня он есть. Будешь иметь еще один. Крути убойник, надо кому-то черный убойник. Так, нажали на профа. Так, нам нужен ДД. Холодца, Филиппет, Спека и Ратрик. Патрика в ДЦ, Филиппет, Спека и Кога, ты тут? Да-да-да, релок написал, сейчас захожу. Сейчас. Селочка, тебе надо перчатки, если надо, то забери, я просто думал, что никому не надо эта хрень. Вот надо были эти перчатки, я просто думал, что они никому не надо, я их и на ролл не кидал, я на шару кому-то отдал, вроде вару кому-то отдал, не знаю его. Думал, что... Ну, сорян. Рольте перчик. Да кому-то перч. Ну, передайте иногда он перч. Давайте, веселочка, ты спекнешься в танка, а Поклонский спекнется в Ретрика, потому что у него лагает. Но тут надо, чтобы не лагало на боссе. Сделаем рокировочку. Веселочка, спекнись в танк. В танк. А подожди, Филиппец в ДЦ? Да, спекайся в ДЦ, дайте шко. Прослушал. Шкаф, алло. Саня, дай шкаф. Сейчас наливает себе. Не, там гичать. Что? Нифига себе, даже ПС-ка никому не надо. Суслика сейчас лагает. Шами кидай. Шами говоришь? О, Мак еще один написал. Ну, Магу буду кидать пока. Суслика лагает дико.
эти бафы паладину, каску, кулак, приставал, кулак. Каску по роге дайте, почему на роге нету каски? Палочка, дай по роге каску. Стопать по профу. Давайте. Каску магом. Дайте каску магом. Веселочка, дай каску магу. Сейчас я бафну каски. Долго паладины всю эту хрень бафает. Марат, дай каску. Все, иди пей, веселочка. Стопать. Веселочка, поклонский бафни каску помогу. Всем дал каску. Под зеленый краник про. Стоп, не будешь бейте, бейте, про. Зачем, если мы стопаем горгулью стоп, призывать? Стоп, 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 по профу, стоп, по профу, давайте все в этого слизи. Давайте слизи. Давайте пропал. Ну, пипец. Фога реса и филица. А этот рес англива. Фога воет рес и англива. Можете сказать, какая у Филипса метка? Основала она рес не англива. Эти все под дебафом. Со спины сбегайтесь к зеленым, улетайте в центр комнаты, вы заебали. Смотрим, сейчас Боб так. Надо да, Боб на на диссарморе, да, не-не-не, на бутербола дайте Боб, да-да-да. Топает? Чешо? Че вы так долго льете? А давайте упадем, короче. Вы что, не можете залить нормально первого зеленого слизня? Вы не можете сбежаться друг к другу потом? Ты видел, где первый зеленый слизень был? Почти под красной колбой был. Падайте, речи, ну что вы тянете эту херь всю? Хуже зайдите. Вот зачем совет дали диван? Снял диван, Фога, иди сдохни. Только не слушай. Блин. Интересно. Зачем ты стоишь в рейде, когда у тебя зеленый дебаф? Ты должен бежать к столу. Это раз. Во-вторых, сбегаешь со спины к следующему, кто там был второй меткой. Ты должен улететь в центр комнаты, а не к столу. Очень мало урона слизень просто бить, когда его кто-то не бьет. Откат был. Плюс Филипец, холодец и еще кто-то там третий тоже молодец. После первого зеленого опять к нему сбежались и троем сдохли. Фога, спятнись тут в сову,
бомбить 4 хила, 3 хила ДЦ. Когда не будет ход на кукле? А тут ход до сраки, когда есть ДЦ. Если щитов не тикает энергия, они не лопаются. Он же талант только когда прокает. Это плохая колба по колбам. Колбам бегает. Всем павшим фулл баф дайте рыбу. Сейчас поставлю, секундочку. Бля, гребаный гребаное уведомление. В центре рыба. Ну тишиной, чем валяется? Ну какой-то расизм. Гутербол пришел, трех человек вокруг меня резнул и сел пить, хотя маны было много. Все остальные пришли и сели рыбу есть, короче. Никто не резнул. Я тебя, кстати, тоже резнул. Тебя. Расы какие-то. Спасибо, не сказал. Спасибо, Сергей, лизни тотем. Эти фулбаф вещи. Каску сейчас пороги. Нормальные дай. Люди бегут. Каску пороги. Мы никогда не был нормальным. Каски, дай каску пороги. Почти час прошло. Каску пороги, дайте каску пороги, Поклонский. Поклонский. У меня 3 минуты КД диджит, может у кого джитс есть? Поклонский, ты тут? Дождь его наливает. Клонский, бафни всем каски, ну чё вы АФКшите всегда? Отец, холодец. Брат, что тебе не хватает? Короче. Магинту, пожалуйста, и погнали. Клонский, ты готов? Всё, все готовы? Иди пей куклу. Куклу пей, а не пульт босс. Пуляй, босс. Отличные новости, народ! Которые уничтожили весь озерок! Жаль. Стопнули по боссу стопнули. Смотрим зеленый. Да не бейте босс. 83%, 82%. Давайте всех зеленых. Давайте зеленого пробовал. Не сбегайте. И проб под столу. Давайте по дебафам идем, давайте кровь под столу. Зеленый под стол. Под стол встаньте. Под стол зеленый встаньте. Давайте по дебафам играем. Только сзади его бейте. Зеленого бейте, потом будете сбегаться, вас откинет. Все, давайте сбегите, сбегайте с центра. Сука. Станешь что-то? Да. Давай.
Убивайте зеленого речь. Центр пельмени введи под зеленую колбу. Смотрим красный двойник. Милики, бейте профа. РТД бейте зеленым. Ой, красным. РТД красного, милики проф. Давай, оставляй тут колбы и уводи его из этого. Ну уводи, уводи, уводи. Все зеленое. Не центр. Кстати, зеленого речь. Жались к цели. Эки пропал. Ну что ты колбы там оставляешь? Уводи уже оттуда, пропал к столу. Что ты делаешь там? Милики бьют профа, РДД бьют зеленым. Ой, РДД бьют этого. Хант попал под гадость, красавчик. Милики профа, бей. Уводи, уводи от луж, уводи танк. Ну что ты делаешь, ну пиздец. Можешь увести его от колб танк или нет? Эки профа переводит. Зеленый под столу, под стол с зеленым дебафом речи. Скажу, когда дать Геру. Все, давайте Геру. Геру, бейте по дебафу. Ретаргет. Ретаргет, ретаргет, отбежали, 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 отбежали. Боб на. Да было, блин. Все, добивай. Валана, подними пилица на всякий случай. Мини центр. Бомба под боссом. Смотрим, сейчас будут кол. Надо ретаргет, не надо ретаргет. Идите от колб. Зачем вы ретаргет делаете? Воевайте, пропа. Смотрите, оправдания пошли. Что за поезд такой? Сколько поезд? Кто так поезд? Надо кому-то? Скажи, куда я иду? Взрывателя рольки. Димон, куда я? А, ты ж кровь, кровь. Рольки завоеватель. Нормально. Помню такой рейд. Три печеньки унес за рейд.
Смотрим, как умирает Шинори. Отлично.